Так, у нас сегодня Красная площадь. Вот она. И здесь мероприятие. Тутор. И что такие за ралли? О, спасибо. Какая-то автовыставка. Как туда попасть? Она еще не открыта. Сейчас надо пойти. Подойди к дырке, не через дырку. И чего? Ну, как-то можно, конечно, будет сейчас сделать. Делаем. О. Да. Гоночные машины. Гоночные машины, да, сейчас делаем. Вот такая съемочка. Китайские. У нас. Китайские, это багги. Шикарная вещь. И что это будет? Кто видел анонсы данного мероприятия? Классная вещь. В общем, все идем на Красную площадь. Всем подписчикам на Красную площадь. Несмотря на дождь и ураганы, и потопы, смотрим. Да. Смотрим машины и шоу. Так, идем дальше. Анонс не помню никакой. Какие тут супермашины. 28 регион. Вот и Века стоит. Запасной резины, да, это помню. Да. Они, наверное, гоночные машины. Да, или какой-нибудь старт, или какой-нибудь старт тут будет. Посмотри. Да, вот чего? Написано. Имени Макарова, Владивосток. Ага. За столб сюда встань. Столб снимай. Да, сейчас все будет. Не так все просто. Вот. Так, а там у нас такая такие машинки. Тут. Интересно. Прокачанный Land Cruiser Toyota. Мечта канала Автотут. Не стоит Land Cruiser. Да-да, он там что-то похоже на КамАЗ гоночный стоит. На КРАЗ. На ЗИЛ, так что-то такое. Интересное, закрыто. Такие у нас тут машинки. Машины, конечно. Вот Саныч и Палыч, что надо показывать на бездорожье Воронежских земель. Такие машинки. Да, классно, классно, классно. КамАЗы показали уже. Пыжик. Хороший пыжик стоит. Он еще один стоит. Да. Вот она рядом. Подожди.
Красная площадь, Кремль. Без всяких. Так, техподдержка едет. Да, скоро будет старт, скорее всего. Или готовится к старту. Countryman, кстати говоря. Хороший Countryman. Вот это машинка. Уже уехал. Вот он. Колеса как вообще. Машина посадка. Рено стоит. Да, грузовик Рено. Вот наши КамАЗы и МАЗы стоят. ЗИЛ. КамАЗы. ЗИЛ или КамАЗ. А вот ЗИЛ написано МАЗ, КамАЗ. Да, вон МАЗ. На... Да. Рено знак, видишь? Это мы уже сняли. И Вега, что это? Италия, скорее всего. А вот Вега тоже. Да, КамАЗ. Классно. Сейчас. Кремль, конечно. Хроники Красной площади, а куда? Да, все, завершаем наш обзор, все. Всех ждем на гонках. Ставьте лайки. Да, вот сижу. Да, это прикольно, кстати, штука. Кроссовер от Peugeot. Вот он для бездорожья еще один. Черный, тот был белый. Снова в компании Peugeot идет. Еще Peugeot, хорошая машинка. Я бы все такую купил. Да, колесики. На оффроудовой резине. Шикарная машинка от Peugeot. Всем в автосалон срочно рекомендую покупки. О, Газпромбанк, Газпром. Скорее всего, техподдержка. Все, ждем, смотрим. Да, снял уже, да. Все, все, все снял. Конечно, конечно. Видимо, все. Ну, а тут просто снять колеса, вот супермашина. Вот. Колеса вот там у нее. Амортизаторы, подвеска, пружины. Так, что видно? Да. Снят на мобильный телефон. По просьбам фанатов снимаем. Так, вот, вот, кстати, вот ряд машин. Сейчас шикарная вещь. Ой. Вот они. Все, ребята. Наслаждаемся интересными видосами. Ставьте лайк. Всем привет. Ну, при охране этого не сделаешь, тогда руку не просунешь. Так. О. Шикарная вещь. Так, а вот, да, какое-то тут предгоночное подготовку. Все, кто-то уже побежал на старт, все, гонка началась.
товарищ Вова, Владимир, КГБ. Алиш, пусть. Старт. Старт ралли «Шелковый путь», вот он будет. Все, все смотрим на Матч ТВ. И так далее. Да, дождик капает. Фанаты переживают, дождик капает. Старт. Что здесь будет? Старт гонки. Вот, кстати, здесь будет, скорее всего, представление участников будет. Да, ралли «Шелковый путь».